Партия коммунистов уже с понедельника объявляет о требовании немедленной отставки руководства Центральной избирательной комиссии, действующего состава Координационного совета по телевидению и радиовещанию. Ибо персональный состав данных структур уже давно не отражает реального соотношения сил в молдавском обществе, а служит исключительно политическому меньшинству и активно препятствует демократизации Молдовы и ее освобождению от власти олигархических клик. Партия коммунистов начинает систематическое пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием начала немедленного расследования по фактам грабежа государственной собственности от Банка Декономии до аэропорта и других объектов. Парламентская фракция партии коммунистов внесет в парламент на первых же заседаниях законопроекты о признании указанных сделок недействительными.